Все было идеально, как я и хотел. Пожалуйста, я боюсь, мы испортим твое красивое платье. Добро пожаловать в твой новый дом. Это жилище было построено Фредериком Баннером в 1955 году. Если бы мне пришлось застрять в доме, я бы хотел застрять именно здесь. Ты думаешь, он наблюдает за нами? О, да. Я помню, что читал, что Баннер был одержим оккультизмом. Его жена пропала из-за загадочных обстоятельств, а маленький сын попал в приемную семью. Элдридж, какой адрес? Дом 1960 Марион Лейн. Я уже здесь. Привет, я должна быть перепутал дни. Мы записаны до завтра. Я Элдридж, владелец. Мне кажется, я кого-то видел в доме. Я волнуюсь за тебя. Просто дай мне знать, что ты в порядке. Ты кто? Я здесь живу. Кажется, я нашел человеческие кости. Мой отец совершил несколько убийств. Дух способен избежать смерти. Наверное, там он столкнулся с моим отцом. Помоги мне закончить это.